Так, ребятулики и девчули, у нас очередной подопытный. Это вот такой фотоаппарат Sony, по-моему. Сейчас мы его... А, Canon, господи, Canon. Так, что тут у нас? Сюда я еще не добрался до объектива. Что у нас тут, смотрите, позолота есть. Вот она на шлейфах. Позолотик есть такой у нас. Какие-то непонятные. Сейчас мы сюда в дырочку залезем. Открывайся давай, Биджо. Не хочет открываться. Ладно, ломать больше не будем. Так будем продавать. Потом я по итогу все выставлю на продажу. Посмотрим, сколько мы за это выручим. Вот такой глазик. Что у нас тут? Позолота есть? Ну, какая-то мизерная, что-то есть. Дальше. Соединения какие-то. Что это за запчасть? А, вспышка. Даже приблизительно ничего нет. Что здесь? Какие-то позолотки есть у нас. В общем, интересного, ребята, ничего. Зря поломал технику. Выгонят меня из дому. Приду к вам жить. Ем я много. Сразу предупреждаю. О, вот смотрите, позолоты сколько. Ем много и часто. Поэтому, кто желает меня приютить, пожалуйста, пишите, звоните. Да, это беда. Что же еще поломать? Сейчас я подумаю, ребята. Сейчас я подумаю и решу. О май год. О май год. Что мне делать? Ну, такие вот шлейфы. Видите, соединение на шлейфах здесь. Есть позолота, но она настолько мизерная, что это я показываю ролик, не, ну, понятно, что я ничего здесь не ищу, показываю для тех людей, которые постоянно задают вопросы, задавали вопросы, сколько можно снять вот с золота или серебра или там другого металла с такого вот. А вот, кстати, катушечка, смотрите, какая интересная есть. Хе-хе. Смотрите. Вот еще какая-то есть хренуля. В общем, ребята. Вот, пожалуйста, фотоаппарат раскурочил, толку никакого. Делайте выводы. Конечно же, в основе лежит эта техника СССР. Старинная, старая, ламповая и так далее. Ну, сами видите своими глазами. Ставьте лайкосы и не делайте вот таких ошибок.